Ага, ага, вот наш отец и мать всех белорусов Александр Григорьевич. Да, из Америки он вернулся уже не пугалом. С должности европейского диктатора его снял сам Обама. Вот, после речи в ООН Лукашенко так расчувствовался, что сын его Коля уговорил купить наконец мороженое и сфоткаться с президентом США. Ишь ты, смотри, реальная фотка. А кто это в белых трениках справа? По слухам, это личный фотограф Лукашенко Вася Пупкин, который божится, что фотка настоящая. А где же Витя и Дима Лукашенко? Под рукой отца, но в тени наследного принца Коли. Он хоть и незаконный, но единственный, кто и к Обаме, и к Папе Римскому, и золотой пистолет от Медведева. Вот. А сыновьям Виктору и Дмитрию шиш. Так если в семье у Лукашенко такой ужас, чего же ждать от жизни самой Беларуси? Веселье. Лукашенко, понравившись Обаме, все же не хочет вылезать из-под Путина, который 19 сентября подписал распоряжение заключить соглашение по размещению авиабазы российской с истребителями Су-27, вот, в городе Бобруйске. В день выборов неожиданно в пятый раз победивший президент Лукашенко пообещал своему народу, что затянет соглашение с Путиным по авиабазе, но тянуть будет долго. Многие белорусы верят. Как и в победу, которая даже не новость. Новость, что в этот раз на участках явка была завышена вдвое, а голосов за Лукашенко столько, сколько по численности бюджетники, военнослужащие и студенты вместе взятые. Вот так, да. С утра пораньше Лидочка Ермошина. Она сейчас не пьет? В завязке. Так вот, говорит, что соперники у Лукашенко были достойные, адекватные, ну, управляемые. Куклы, значит. Их там три было. Одна в образе женщины. Да, настоящая женщина. Вот, говорила, что Лукашенко, наш отец, оказался не отцом. Сплошная магия, а не выборы. Цифры 83,49%. Сами рисуются. Избиратели-невидимки строим идут на участки. А еще, говорят, 200 украинцев на границе 10 октября задержали. И ни один не смог объяснить, зачем приехал. У некоторых были палки в руках. Ну вот кто видел этих украинцев или этих избирателей, которые рехвой текут на участке? Это не магия, это политическое безумие с лозунгом «Стабильность». Перед очередными выборами национальная валюта на грани. И это при том, что в 2011-2014 уже народ нищал. Даже Белсат впервые за 20 лет отметил спад ВВП, вот, и резкое снижение реальной зарплаты белорусов. Если в прошлые выборы Лукашенко обещал $1000 средней зарплаты и не выполнил, то что сейчас обещал? Что инфляции не будет и что Беларусь себя прокормит. И опять обманет. Конечно, рубль обесценится, и кормить белорусов будет Россия с помощью белых КАМАЗов гуманитарного конвоя.